Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, я тут заметила одну такую важную деталь, что на канале очень много круговых тренировок, интервальных тренировок, упражнений для ягодиц, упражнений для мышц пресса, но мы вообще не уделяем должного внимания верхней части нашего тела. Мы все упорно качаем попу, убираем живот. Это у всех цель номер один. Я тоже хочу себе большую красивую попу, и я над этим работаю. И я не хочу себе живот, я хочу, чтобы мой живот был плоским. Но у меня есть третья цель. Я хочу себе красивую спину и в меру рельефные руки. И я вас призываю к тому же, не работайте только над нижней частью тела. Работайте и над нижней, и над верхней. Тогда ваша фигура будет смотреться гармонично. И сегодня мы поработаем над мышцами плечевого пояса. Вообще мышцы плечевого пояса в функциональном отношении делятся на две группы. Это мышцы плечевого пояса, те, которые прикреплены к ключице, к лопатке, и мышцы плечевого сустава, которые непосредственно прикреплены к плечевому суставу. Это дельтовидные мышцы, передний пучок, средний, боковой и задний. Передний пучок включается в работу, когда мы поворачиваем руку в плечевом суставе внутрь. Средний, когда мы отводим руку в сторону, и задний, когда мы отводим руку назад. Все логично и просто. Сегодня мы будем работать над дельтовидными мышцами, будем округлять наши плечики. И, кстати, хочу отметить, что эта тренировочка подойдет девушкам с типом фигуры груша. Вы округлите плечи и как бы уравновесите верх и низ вашего тела, фигура будет смотреться более гармонично. Но в целом выполнять этот комплекс нужно всем. У нас с вами 3 раунда, каждое упражнение по 15 повторений. Поехали! Этот комплекс можно выполнять с эспандером, резиновыми петлями, либо использовать гантели. Первое упражнение. Фронтальный подъем попеременно, по 15 повторений на каждую руку. Ноги на ширине бедер. Спортинвентарь держим хватом сверху. На выдохе поднимаем одну руку до уровня плеч, затем, опустив ее, выполняем то же движение на другую руку. Закончили. Второе упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Смотрите вперед. Возьмите инвентарь ладонями к себе. Поднимите верхнюю часть рук так, чтобы она образовала прямую линию. Затем разверните локти на 180 градусов и толкните руки в потолок. По той же траектории возвращаемся в исходное положение. 15 повторений. Закончили. Третье упражнение. Это перекрестные махи. Это упражнение хорошо нагружает заднюю часть дельтовидной мышцы. Ноги брось, колени слегка согнуты. Туловище наклоните вперед, спина прямая. На выдохе поднимаем руки в стороны до уровня плеч. 15 повторений.
Закончили. Следующее упражнение. Подъем рук в согнутых локтях в стороны. Это упражнение главным образом нагружает среднюю часть дельтовидной мышцы. Поднимаем согнутые руки в локтях вверх через стороны на выдохе до параллели с полом. Закончили. И последнее упражнение в первом раунде – махи через стороны. Ноги на ширине таза, спина прямая, руки вдоль туловища. На выдохе поднять руки в стороны до горизонтального положения. На вдохе возвращаемся в исходное. Первый раунд завершен, впереди таких еще два раунда. Отдохните 2-4 минуты и закончите комплекс до конца. У меня все, скоро увидимся. Пока-пока!